Я фільмейкер, який своїм голосом кіно може розказати світові, що відбувається в Україні. Я знаю, вот есть в бомбоубежищах проводят занятия, не хотела бы ты, давай выходить из этого состояния. Вот, и я пришла к детям. Никогда не могла подумать, что вот, да, придется вот так вот, в таких условиях, с таким страхом, нервами. Такую станцию обслужить, такое количество пациентов полечить.